Где-то на крайнем севере Израиля находится уникальная деревня Раджар. Ее населяют единственные алавиты в стране, а ее территория является закрытой военной зоной. Так что попасть туда можно только с разрешения армии обороны Израиля. По картам ООН деревня разделена границей на израильскую и ливанскую части, но в реальности же все поселение находится в Израиле. Сирийцы-алавиты оказались здесь после шестидневной войны и получили гражданство Израиля. Сегодня почти половина населения имеет высшее образование, а 95% получило аттестат зрелости. Раджар – самый красивый уголок на севере страны. Здесь на каждом углу фонтаны и цветы. Скульптура халифа Али стоит по соседству со скульптурой Девы Марии. Дома раскрашены во все цвета радуги. Я приглашаю вас на экскурсию в алавитскую деревню Раджар, в которой вас поджидает много разных сюрпризов.